Я не политик, мне сложно говорить, но это наши братья. Я надеюсь, что мы все помиримся и будем жить в мире. Я не испытываю никаких неприятных чувств к этому народу и до сих пор считаю, что мы слишком родные друг другу люди, чтобы вот так вот отрекаться друг от друга.